Антон Чеботарев играет на трубе в Самарском концертном духовом оркестре. Музыкант признается, для него это лучший инструмент. Также в коллективе Антон исполняет роль инспектора, следит за дисциплиной и отвечает за организованность участников. Уже по традиции сезон уличных выступлений оркестр открыл на сцене летнего театра Струковского сада. Много не выступали в связи с событиями, о которых все прекрасно понимают, знают, да? Но сейчас, наконец-то, дождались такого праздника. На первом концерте в сезоне уличных выступлений Самарский духовой оркестр исполнил классические джазовые произведения, аранжировки популярной музыки российской эстрады и духового искусства. В некоторых номерах лучшие саксофонисты, трубачи и флейтисты Самары выступили в качестве солистов. Записи отвлекают человека от живого духа и дыхания музыки. А в духовом оркестре дух и дыхание – это не слова, это истина, скажем, в первой инстанции. Одно дело, когда вы пальчиком, ударом пальчика извлекаете звук или смычком, а другое дело, когда вот своим дыханием. И поэтому музыку духовую люди любят. Перед выступлением Самарского духового оркестра квартет «Джаз Вояж» порадовал слушателей джазовыми произведениями и импровизацией. Нам очень понравился формат концерта. Мы, зрители, очень соскучились по настоящим живым концертам. А сегодня еще концерт на улице, на природе, со свежим воздухом. Этот звук, очень гармонично в этом парке. Это очень красиво. Концерт прошел в соответствии со всеми санитарными мерами. Зрители в масках были рассажены с учетом социальной дистанции. Михаил Ермоленко, Никита Колосов, Константин Головин. События.